Міжсоюзницької міської виборчої комісії була розглянута ваша заява щодо реєстрації вас кандидатом на посаду Южницького міського голови. Комісія проголосувала одноголосно «за». Ми вам видаємо постанову за номером 2 про реєстрацію кандидата на посаду міського голови міста Южного. Постанова з печаткою і з підписами секретаря і голови комісії. Вручаємо вам посвідчення кандидата на посаду міського голови. Вітаємо вас. І ви сьогоднішнього дня можете проводити свою агітаційну роботу. Добре, дякую. Відповідно до закону, з дня наступного за рішенням. Рішення було прийнято вчора, тому з сьогоднішнього дня можете проводити свою агітаційну роботу. Добре. Але пам'ятайте про те, що всі друковані екземпляри ви надаєте по одному нам. Не порушуйте правила, не порушуйте закон. З нами теж дружите. Добре, добре, дякую. І проводите роботу. Думаю, що ми будемо спілкуватися. Да. Дякую. Щасливої вам роботи. Я хочу сказати, що я дійсно видвинувся як самовидвиженець, тому що вважаю, що любой городской голова, любой мэр, он должен выдвигаться самовыдвижением или от людей. Потому что не человек, кандидат в мэры, который выдвигается от партии какой-то, какой-либо политической силы, ну, это в корне неправильно, потому что я считаю, что любая партия, партии между собой, которые участвуют в выборах, они обязательно конкурируют, они обязательно какая-то, какой-то в оппозиции. Это значит, если кандидата в мэры выдвигает какая-то партия, то значит, я тоже должен быть в оппозиции какой-то партии, это каким-то жителям нашего города. Поэтому я считаю, что мэр должен опираться на людей, и люди должны определять, быть ему мэром или не быть. А были пропозиции от разных политических? Да, были предложения многих партий, но мы, я с ними общался и объяснил, что я не буду выдвигаться ни от какой партии. Если какая-то партия пожелает поддержать, пожалуйста, я не возражаю, но выдвигаться от какой-либо политической силы я не дал согласия. А будете заниматься предвыборной кампанией? Вы знаете, я и в прошлый раз не занимался предвыборной кампанией. И думаю, что на этот раз тоже не буду заниматься предвыборной кампанией. Потому что я думаю, что вот эти билборды, растяжки, листовки, по квартирам разносить агитационные материалы, я думаю, что это лишнее, потому что я работаю не первый год в городе, люди меня знают, я думаю, что люди уже определились, за кого голосовать. Просто мне есть чем заниматься. Я думаю, что сегодня нужно заниматься подготовкой к зиме, к отопительному сезону. Проблем очень много. Как всегда, нужно заниматься теплотрассами, водоводами, закончить канализационный коллектор. Поэтому я буду заниматься как повседневной работой, не обращая внимания на то, что идет предвыборная кампания. Предвыборная программа у вас полная косвенчина? Знаете, я вот 3 сентября у нас была встреча во Дворце культуры, там было присутствовало около 500 человек, где я отчитался за работу за предыдущих 5 лет, и практически там было, мы рассматривали план социально-экономического развития на следующих 5 лет. Это и есть моя программа. Ну, она широко освещалась и в средствах массовой информации, и в газеты, и телевидении. Я думаю, что люди ознакомились, и я думаю, что этого достаточно. Мы также знаем, есть певні лідери, які балотуються на посаду міського голови від різних політичних партий. Вы их сприймаєте як серйозних конкурентів? Вы знаете, я хочу сказать, что я всегда серьезно относился к своим оппонентам. Я уже баллотируюсь не первый раз, я уже в Южном третий раз. У меня было и 6, и 7 кандидатов в депутаты, и один был. Я всегда относился нормально к своим оппонентам. Я никогда ни их не критиковал. Никто не слышал с моих уст, чтобы я когда-то критиковал своих оппонентов. Если люди идут на такую серьезную должность, значит, они чувствуют, наверное, в себе силы. Они где-то в себе должны быть уверены. Поэтому даже это хорошо, что есть такие смелые люди, которые уверены, что они могут справиться с должностью городского головы. Поэтому кто бы ни был, сколько бы ни было кандидатов, я никогда не буду подвергать их критике, я их никогда не буду критиковать. Потому что каждый человек, каждый кандидат, у него есть свои планы, свое видение. И люди определяют. Вы понимаете, люди дадут положительную или отрицательную оценку работы городского головы, когда придут на избирательный участок. Вот они проголосуют за, значит положительная оценка. Против, значит отрицательная. Люди дадут оценку и сделают свой выбор. Чи
будете боротися, в мене постійне питання, чи будете боротися з, ну, з недобросовісною агітацією зі сторони інших опонентів і підкупом виборців, також, можливо, такі варіанти будуть? Ні, ви знаєте, я ще раз говорю, я ніколи не буду ні з ким боротися, я не буду іскати собі опонентів, я не буду іскати якісь шероховатості предвиборної кампанії. Я завжди говорю і буду говорити, я ніколи не буду нікого подавати в суди, в прокуратуру. Це на совісті тих людей, які будуть займатися предвиборною кампанією. Я буду займатися своєю роботою. І все. І більше я практично, от це, мабуть, після цього інтерв'ю, після цієї прес-конференції, я більше ніколи не буду говорити нігде о виборах. Ну, вы, наверное, понимаете, что если у вас будут оппоненты, то, конечно же, они будут в своей предвыборной агитации подвергать критике и вашу работу в том числе, и вас как кандидата. Как вы будете на это реагировать? Я месяц потерплю. Я месяц просто потерплю. Я еще раз говорю, люди давно определились. Люди, понимаете, если бы я только пришел, люди не знали бы ничего обо мне. Тогда надо было бы какие-то билборды, плакаты. И я считаю, что это неправильно, потому что я уверен, что люди, жители города Южного обо мне знают больше, чем я сам о себе. Поэтому они сделают выводы или за, или против. Поэтому будем ждать. Месяц я как-нибудь потерплю. Вы сказали о том, что вы не будете заниматься предвыборной агитацией и будете работать как городской голова. Да. В то же время вы будете появляться в новостях и... Как всегда. Вот что до выборов, во время выборов и после выборов. Но в то же время вы понимаете, что это неравные условия для других кандидатов? Вы сейчас находитесь немножко в другом статусе. Скажите, пожалуйста, если надо, если это надо, и меня на это время нужно вывести и не показывать, что делается в городе, или как-то, я не знаю, показывать, а меня за экраном, пожалуйста, если это по закону, я готов и хочу работать в рамках закона. Если мне нельзя показываться на экране, а буду давать комментарии без меня, пожалуйста, я не возражаю. Поверьте, ну за месяц выборы не делаются, никто за месяц не делает выборы, даже за два месяца. Выборами. Что такое выборы? Это повседневная работа. Вот то, что я делал 5 лет, это есть предвыборная кампания. Если я что-то делал хорошо, значит, люди дадут оценку. Плохо я делал, люди тоже дадут оценку. Никогда выборы не делаются за один месяц. У вас есть предвыборный фонд? Нет, и не будет. Я не буду открывать счет в банке. Я не буду... Для чего счет в банке? Счет в банке нужен и фонд для того, что я печатал печатную продукцию. Листовки, там, растяжки, билборды, ролики снимал и так далее. Этого всего не будет. Я на прошлых выборах этим не занимался. И в эти выборы тем более.